Спортивные тренажеры бывают самыми разными. На таком ходят, как на лыжах. Он и руки, и ноги тренирует. А на таком можно грести, как на лодке. На велосипедном тренажере крути себе педали в любую погоду. И в дождь, и в снег. А еще есть силовые тренажеры. Они помогают накачивать сильные мышцы и делают фигуру стройной. Впрочем, для занятий спортом подойдут не только громоздкие тренажеры, но и самые простые предметы, для которых найдется место в каждом доме. Турник, чтобы подтягиваться, лесенка или канат, чтобы лазать, ну и, конечно, скакалки, гантели, обручи, мячи. Главное не лениться! Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям! В Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и других сетях! Нажми «Поделиться»! Поставь лайк! Тебе не сложно, а фиксикам приятно! А еще мы ждем твоих комментариев! И подписывайся на наш канал! Давай дружить!